Здравствуйте. Вот сегодня я хотел бы задать интересный вопрос православным священникам. Меня давно очень интересует такая тема. Вот видите документ, бумажка, свидетельство о крещении. Этот документ получил когда-то очень давно мой отец. Сейчас его уже нет с нами, он ушел в иной мир. Вот осталась вот такая от него в память бумажка. Когда-то он проходил крещение. Вот я хочу знать, для чего она выдается человеку. Назначение ее. Причем, вот смотрите, тут даже вон и печать есть, и роспись. Это как-то удивляет. Вот настолько это все, ну, узаконено там с печатями. А для чего, собственно? Где и когда человеку вот такой документ может пригодиться? Может быть, без него в церковь нельзя заходить? Да почему нельзя? Можно, никогда ни с кого никакое свидетельство не требуется. Может быть, без этой справки в рай человека не примут? Ну, тоже вряд ли. Там вообще никакие документы не нужны. Уверяю вас, там бюрократии как бы нет никакой. Там все знают, проходил человек крещение или не проходил. И какие у него грехи числятся, все знают. Я не думаю, что там эта бумажка тоже нужна. Может быть, единственная вот моя версия, это для тех, кто в духовный семинарий поступать собрался. Такой вот документ может понадобиться. Но представьте, вот миллион человек проходит обряд крещения, из них человек 10 в духовный семинарий поступят. Ну, представьте себе, как мало и столько трудов вот печатали вот это, как говорится, бумагу расходовали, краски. Так что я считаю, что, наверное, может быть, не нужно оно все это. Если человек это все знает, это для его души делается, для чего еще нужна вот эта вот бумажка, справка и вся вот эта вот бюрократия? Пожалуйста, вот ответьте мне.